Каравай нового урожая 2023 года по итогам уборочной кампании Солигорского района составляет 65 416 тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 31 центнера с гектара. В лидерах по урожайности Красная Нива, стройтреста номер 3, 55 центнеров с гектара, Краснодворцы 48 центнеров с гектара и Большевик Агро 43 центнера с гектара. Более 2000 тонн зерна намолотили три экипажа из Большевика Агро, Горняка и Решающего. По случаю завершения уборочной кампании 16 сентября в Солигорске состоится Минский областной фестиваль «Ярмарка тружеников села Дожинки-2023», который соберет аграриев из всех районов центрального региона. Сейчас полным ходом идет подготовка, монтаж главной сцены. Начало всех мероприятий в 11 часов. В рамках фестиваля запланирована работа тематических площадок, интерактивных зон, торговых рядов, города мастеров, эко-арт-выставки, картофельного подворья. Пройдет культурно-сельскохозяйственный праздник «Повелитель урожая». Будут организованы выставка сельскохозяйственной техники, ярмарка. Гостей порадует каравайная площадка, где будут представлены караваи и снопы нового урожая от каждого района Минской области. В 14 часов начнется чествование хлеборобов Минщины на малой сцене, которая будет установлена возле здания «Беларусь-Калия». В 16 часов начнется церемония награждения победителей фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки-2023 и лучших работников агропромышленного комплекса области на главной сценической площадке на центральной площади Солигорска. В 18:30 стартует концертная программа с участием исполнителей белорусской и российской эстрады. Хедлайнером праздника станет российская группа «Иванушки Интернешнл». Солигорчан также ждет вечернее лазерное шоу, которое завершит праздничный фейерверк.